Привет, Илья. Ну что, поехали. Сегодня идем? Конечно. На майскую прогулку? Да. 50 километров? Да. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Будешь? Едим и пьем на ходу, чтобы избавлять темп. Иначе присядешь, отдохнешь и больше не встанешь. Точка невозврата пройдена. Че, куда нам сейчас? Куда? Вперед, товарищи. Ну, пойдем. Погодка сегодня. Это еще не финиш. Это еще только КП-5. Сколько получено? Можно идти дальше? Ну что, Илья, правильно идем? Правильно. Снег продолжается. Это финиш.
50 километров пройдено. Мы можем 50 с половиной. Да. Мы еще сильны. Мы преодолели себя. Да. Ждем следующего года. Алена. Итак, Алена подготовилась. Нет, проходи. Мы преодолели себя.